Все, пошло. Всем привет! Значит, в этом видео будут опять пяточки. Кто не любит, не хочет и у кого нет проблем, выключайте, не раздражайтесь. Значит, вот результат, который мы вам и обещали. Выздоравливайте. У кого нога? Это нога у того, у кого надо нога. Сняли мы, там есть у нас кадры сразу после лечения. Это вот после лечения прошло, ну, месяц-полтора точно. В чем заключается уход после применения крема и после того, как все трещинки у вас уйдут? Это вы раз в неделю распаливаете ножки, каждый день вечером после душа вы смазываете кремом. Больше, в общем-то, никакого ухода не нужно. Вот обычный крем для ног смазываете аккуратненько. И получается вот замечательный результат. Пяточки гладенькие, никаких проблем нет. Ступаете легко, летящей походкой передвигаетесь. Значит, многие путают натоптыши и трещины. Вот трещины – это то, что может появиться на совершенно гладких, на совершенно ухоженных. Это совершенно для нас загадка, как они появляются. Они могут у нас появиться летом, зимой, летом, когда мы ходим большую часть времени босиком, зимой, когда вы ходите в носочках. В общем, они появляются. От чего они появляются, мы не знаем. К врачам мы не обращались. В комментариях пишут, что это грибок, что это гормональный сбой, что это повышенный сахар, еще что-то. Мы не знаем. Вот этот крем, который мы используем, он помогает, он облегчает, нас это устраивает. То, что касаемо натоптыши тоже можно смазывать. Натоптыши тоже, в общем-то, уйдут. Но не путайте, пожалуйста, натоптыши и трещины. Многие пишут рецепты, в общем-то, как избавиться от натоптышей. Натоптыши проще, конечно. Просто нужно тщательно ухаживать за своими пятками. Но этот крем тоже, если вы будете использовать, когда у вас грубые пятки, вы можете использовать этот крем, и пяточки у вас будут как у младенца. Теперь, что касаемо, какой использовать уксус. Уксусная эссенция, в рецепте, в оригинальном, уксусная эссенция 70%. Вот все, что шелушится на теле, можете смазывать этим кремом. Для этого нам понадобится уксусная эссенция. У нас в рецепте уксус 25%, другого просто здесь нет. И скорлупа растворилась, крем помогает. Но лучше, конечно, используйте 70%. Что касаемо ожогов, кто-то спрашивает, если вы нанесете, можно вашу ножку? Если вы нанесете вот на эти нежные части и накроете там целлофаном и оставите на ночь, кожа слезет и, ну, неприятно будет покраснение. Если вы все это будете делать аккуратно и именно вот на эту грубую часть и заклеите это лейкопластырем, никаких проблем у вас не будет, ожога не будет. Вы просто сами подумайте, что там используется 100 грамм сливочного масла. А что касаемо использовать маргарин или другие какие-то масла, я не знаю. В оригинальном рецепте сливочное масло. Но думаю, что жир животного происхождения можете попробовать у кого-то, ну, есть такая возможность. Внизу под этим видео будет в описании ссылка на видео, где я показываю, как я применяю крем конкретно вот в данном случае. То есть там наносится на ватный диск, потом заклеивается лейкопластырем. Посмотрите, под видео ссылка будет. Еще у нас спрашивали, лечит ли он шпору, шпица. Ну, в общем, вот знаете, я не знаю, как это называется, но появляется вот такая выемка, и в ней такое тело, которое, в общем-то, ну, растет. Я не знаю, как это назвать, шпица, шпора. В общем, спрашивают. У Леши что-то похожее было. Сейчас мы покажем. Вот на этом месте, вот здесь. Вот прям у основания, где пальцы. Вот здесь. Вылечили мы, долго мы лечили разными способами. И помог нам китайский пластырь. Я сейчас вам его покажу. Ссылку на, где мы купили или где его можно купить, мы тоже оставим. Сейчас я вам покажу. Выглядит он вот так. Вот он. Сразу скажу, что вот этот лейкопластырь китайский, он не держит. Я вам сейчас покажу, как мы это делаем, потому что вот именно на этих ножках пластырь этот не удерживается, то есть он слетает. Поэтому мы придумали свой способ. Сейчас покажу.
Нужно взять обычный пластырь. Вот мы его купили в магазине или в аптеке. Ну, в общем, такой тот пластырь, которым вы пользуетесь, который такой, в общем-то, стойкий. Вот. Отрезаете по ширине. Здесь вы вырезаете вот эту вот часть, которая с белым кругом. Вы можете не доставать из упаковки, прям вот так вот вырезать. Вот так. С этой стороны, видите, лейкопластырь. Если у вас получится вот так вот аккуратненько, видите, вот. И вот эта красная часть, она такая рассыпчатая, она очень ломкая. Вы аккуратно укладываете на ваш лейкопластырь, который вы будете использовать вот так. И так вот прижимаете. Очень аккуратно делайте, потому что он очень хрупкий, он такой как мел. И вот таким образом на вашу шпицу, шпору и заклеиваете. И заклеиваете так, то есть вы можете еще нанести, еще наклеить. Вы с этим пластырем можете... Есть еще такой пластырь, который используют в воде. То есть, когда вы приезжаете на море, можете его использовать, потому что... Видите, вот выпал. Вот вы можете использовать пластырь, который применяется при водных процедурах. И этот пластырь вы можете носить до тех пор, пока он как бы сам не, у вас не отделится от кожи. День, два, три, то есть... И потом повторите. То есть вы снимете, распарите, счистите все, что там можно счистить, и опять наносите. Он, в общем-то, дешевый. Попробуйте, может быть, вам поможет. Нам, по крайней мере, помогло. Ну, в общем-то, вот такое видео мы хотели вам снять. Еще раз показать, что крем наш помогает. Если есть люди, которым он не помог, извините, но большинство, даже в комментариях почитайте, большинство людей знают этот крем, используют, он помогает. В нашей семье это такой, в общем-то, крем, которым мы пользуемся. Некоторые спрашивают, можно ли руки смазывать. Да, иногда на вот кончиках пальцев появляются трещины. Можете использовать. Я вообще его раз в месяц обязательно использую. То есть я намазываю, надеваю хлопчатобумажные тканевые перчатки, сверху резиновые. И пока я делаю, допустим, уборку в доме, они вот в таком виде снимаешь, и ручки очень выглядят великолепно. Поэтому я желаю вам всем здоровья. Подписывайтесь, пишите комментарии, спрашивайте. Кому понравилось, ставьте лайк. Всего всем хорошего. До свидания. Все, что я делаю, ерунда. Просто ерунда. Зачем я работаю? А толку никакого. Для кого все это? Для вас?